А вы знаете, что в Варне бывают подмосковные вечера? Не верите? Тогда послушайте. Вся из луна себя, песня слышится, и слышится ветер вечера. Песня слышится, и слышится ветер. Вот так. В Варне тоже бывают подмосковные вечера. Низко голову наклоня, блюдо слеза, и высказа, все, что да, сердце у меня. Трудно бы сказать, и мне бы сказать, все, что да, сердце у меня. Растет уже сезонный ветер. Пожалуйста, у добра, не забудьте, дети, любые, подмосковные вечера. Не забудьте, любые, подмосковные вечера. Ну что, убедились? Вообще, в Варне происходит столько всего интересного, что вам непременно надо сюда приехать. А если вы планируете отпуск в сентябре, то это самая чудесная, прекрасная пора для отдыха в Варне. На YouTube-канале есть целая серия видео о том, как протекает варненская осень. Посмотрите, получите удовольствие и обязательно приезжайте в сентябре в Варну. А про наш апартамент, в котором вы можете разместиться во время отдыха, посмотрите специальное видео на канале. Ссылка будет в описании. А в комментариях я жду ваших вопросов и заявок на размещение.